23 марта 2018 года, 14 часов 3 минуты. Другие, биатлон. Заместитель председателя Государственной Думы по спорту Валерий Газаев прокомментировал информацию, что Всемирное антидопинговое агентство ВАДА требует дисциплинарных решений по делам 60 российских спортсменов на основании опубликованных ранее допинговых докладов и дополнительной информации. Они должны предоставить какие-то доказательства, факты по каждому случаю. Если они находят нарушение, то обязаны сказать, что в крови такого-то спортсмена находится такой-то запрещенный препарат, в противном случае ВАДА вообще существует или только выполняет политические заказы, мы же видим, они не унимаются. Сначала была Олимпиада, сейчас чемпионат мира по футболу, поэтому сегодня такие вбросы будут регулярно, мы уже привыкаем к этому, к сожалению. К сильной стране всегда будут претензии, приводит слова Газаева Рамблер со ссылкой на Арти. ВАДА требует от федерации наказания для 60 российских спортсменов. Источник Арти на русском сообщить об ошибке. Комментарий 023 марта 2018 года.